Да капец, а! Ты там где застрял? Судя по всему, сейчас заберем с вами. А, все понял, нет, ты какой-то жопе возродился. Мне очень нравится, как они возрождают в этой игре. Я прямо под носом у врагов. Еее! Так классно сейчас взорвался мужик тут. А я тут вижу людишек, которые по мне стреляют. Слушайте, тут люди есть. Может, бегаем их убьем? Да, давайте сбегаем их убьем. Да, мне нужны патроны, мне нужны патроны. Они с пистолетами. Да пофиг, у меня есть один заряд ярости. Я могу пострелять без патронов. Только один раз. Я тоже ярость, я на них использовал. И они не подыхают от нее. Они не сдохли! Я столько раз в них попал яростью, и они не сдохли. Охереть, это просто дебилизм. Я просто сейчас ярость на них просрал. Ой, я, кажется, умру сейчас. О! О, отлично! Подождите, тут это очень-очень интересная битва. Называется «Меня бьют». Да как же так-то? Даже чёрт, зомби выносливее этой поганой тигерши. Неси, у меня то же самое. Подыхая буквально от двух выстрелов. Хорошо, хоть они не научились лазить по лестнице. В общем, против людей использовать что-то огнестрельное, это просто бесполезно. Он хочет меня убить! Стреляет они супер метко просто. Так, вы инсулин-то отнесли? Подождите, а что там за... Это, подождите, инсулин... А, так там что-нибудь дают, кроме опыта и денег? А, сейчас я возьму денег. Иди! Вот чёрт. Обосраться, я этого зомби-то не могу замочить, что за херня пошла? Я ему даже половину хп не могу снять, это бред какой-то. Сдохни ты уже. О, как же все сложно. Можно кирпичами кидаться. Я что-то потерялся, где церковь? А, вон она. Блин, ты, Рейджер, уже третий, кто это сказал. Осталось только подождать енота, когда он скажет, что можно кирпичами кидаться. Енот, скажи это. Где? Где деньги-то? Ага. Да мать твою! Ну, побежали, я тут. А? О, тут есть хранилище, оказывается. Фига себе. Блин, кино сразу видно, не в лифте родился, двери за собой закрывает. Молодец. Вы, наверное, весь это уже... Все собрали, залутали. Оттащите от меня эту тварь! Оттащите от меня эту тварь! Задание, ну посмотри сам, там лица нарисованы. Гагу, давайте, да. Гага. Па-па-па-покерфейс, па-па-покерфейс, мя-мя-мя-мя. Па-па-па-покерфейс, па-па-покерфейс, мя-мя-мя-мя.
Так вот радио Гага, давайте все нашли, я скажу, спою ему. Так, поп-поп-поп-покерфейс, поп-поп-покерфейс, мэ-мэ-мэ-мэ. Наверное, виспа, потому что он стоит. А я не буду раскрывать, если честно. Он написал, что у него зависло. Почему она? Гага, это он. Или это она? Если это она, то я сейчас как бы очень удивился. Зачем девушке называть себя леди? А, виспа вышел. Че у него опять с компьютером? С сетью, не знаю. Вот вы вроде трое в одной сети, я в другой. И главное, вылетает он, а не я. Че ему кинуть, типа, инвайт? Он там не просит инвайта, нет? Ну твою мать. Мою мать? Да не твою. А, не твою, ну не твою. Вот их. Эй, енот, как ты так сделал? Я не могу прыгнуть. Эй! Это что за хрень? Эй! Я серьезно не нажимаю вперед. Нас, то есть назад. Да, да, я смог. Давай, пойдем Рейджеру поможем. Только Рейджер зачем-то там стоит сейчас. Рейджер, ты зачем туда? Нам нужно в другую сторону. Неважно, меня только что били. Очень сильно. Стойте, давайте больно. Я посмотрю, что там Виспа написал. Я ему отправил инвайт. Блин, задолбал уже. Он вылетать. Хорошо, хоть зомби не залазит наверх. Что там наверху? Ты что-то нашел здесь? Я залез сюда от зомби, вон они внизу сидят. Не достанешь, не достанешь, не достанешь, ля-ня-ня-ня-ня-ня, хе-хе-хе, би-би-би, ля-ля-ля. Блин, так все размыто, просто, блюха. А смотрите тут... смотрите, тут почему-то вот эти вот... Вот эти вот граммофоны, они светятся. У вас не светятся они, нет? Да. Блин, а что тогда? Надо, наверное, будет выполнить потом это задание. Пойдемте Леди Гагу искать. А, в смысле, покерфейс. А, в смысле, радио Гага. Я могу вам устроить саундтрек. Надеюсь, меня Леди Гага не забанит на Ютубе и не предъявит права то, что я ее песню. А-а-а! Леди Гага, я увидел Леди Гагу! Мочи ее! Уйди! Уйди! Уйди, отродье! Покинь эту землю! И не трогай мое оружие. Эй, где моя? Палка моя. Сикач мой. Ну, отметь Леди Гагу. Да блин, радио Гагу. Может, Гага тогда говорить, чтобы не путать. Бежит кто-нибудь, нет? Кот на крыше? Что за кот на крыше? Помогите мужчине. Где он? Он в какой-то жопе. Ну, вообще-то 43 метра от меня, но... Он у меня где-то здесь. Что это? Я не хочу падать. Да помогите же, черт возьми! Блин, у меня один кубик, один квадратик. Народ, берите аптечки, если что, лечите друг друга, когда это показывают. А, спасибо. Только ты прибавил мне всего лишь 2 квадрата. Пойдемте поможем мужику, тут 37 метров всего до него. Или все-таки Гагу поищем. Не бейте того, кого бью я, потому что я пытаюсь накопить на нем ярость. Что упало, то пропало, дали. Что верно, то верно.
Блин, это так интересно собирать с них потом все, что ты в них кинул. Не, ну пойдем мужику поможем. Он где-то здесь. Рейзер, ты, блин, там рыцарь, одиночка. Чего меня насилуют тут, Бэтмен, сестру? Ну ты, если бы с нами бегал, то тебя бы не насиловали. Все-таки ты негритянка, лучше нападать на азиатку. Давай, Висп, одним ударом все. Следующий. Да вы где все? Ну посмотри на карте. Включи. Я смотрю, бегу к вам, вы уже вообще в другой жизни. А где мужик-то, которому помочь? Что-то я не понял, мы все помогли ему? Короче, радио Гага. Жмите. Мне дали ачивку спаситель. Кому-нибудь дали, нет? Нет. И у меня уже 6 модификаций. Серьезно, мне надо это. Мне надо прокачаться. А, вот мужик. У него можно взять 360 баксов. Ой, я вижу его. Давайте здесь постоим, мне надо вкачаться немножко. Я хоть посмотрю, что там. А, повышает вероятность кровотечения при бросках в режиме яблочко. Блин, это в яблочко мне сначала надо получить. Мне мужик 610 баксов дал. Дает вероятность сразу убить противника при бросках в режиме яблочко. Вероятность мгновенного убийства 3%. Ну просто... При убийстве противников одноручным оружием генерируется дополнительный гнев. Наконец-то я нашел. Снижает количество гнева, требуемого для активации ярости. А. Пожалуй, это. Это. Да и где она? Вот это вот. И у меня еще одно очко модернизации осталось. Пусть оно полежит пока. Все, идемте, я прокачался. А, вы уже ушли? Ну, спасибо вам, засранцы. Я вас тоже так вот скажу. Не, пацаны, я вам не принесу 3 копии Сириус Сэма 3-го. Ой, я сейчас спалился, наверное. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Мы говнюки, мы захватили полицейский участок. Пошли в задницу, сволочь. Вы аптечки оставляете на тот случай, если... Если... Если кто-то валяется. И вообще, если у вас нету аптечек, то закупитесь. Вау! А, я не успел, я мог тебя сейчас похилить. А, блин. Он меня сбил. Если бы он не сбил, я бы тебя это похилил. Как он пнул енота, сейчас забавно. Да, я мог, но я не смог. Научись различать эти вещи. Он так на шпагат классно сел. Шпагатолюб. Ржавая труба. Стой, Рейджер, я хоть тебя полечу. Стой спокойно, я тебе помогу. Мне за это дали 104 опыта. Ня-ня-ня-ня-ня-ня. За что? За то, что ты меня полечил? Да. Дают опыт за это. Правда, тебе добавилось всего 2 кубика, но... Я хоть что-то полезное сделал для народа.